сегодня 1 сентября. С огорода арбуз 8 килограмм сейчас будем взять. Ну? А моя дынька маленькая. Твоя дынька маленькая? Да, вот есть дынька маленькая. Ну, арбуз сначала. Ну да, он уже переспел. Тут вот пустота у него. Сейчас на вкус будем пробовать. 1 сентября. Ну и соседи там за. Конечно. Поздравляю вас, у вас теперь все, начинается школа. Линейки сначала завтрак в столовую привели детей. Ну все, я пошла, Сонь, да, на улице буду тебя ждать. Давай, кушай. Шагай, Злат тоже решила посмотреть столовую Сонину. Да, Златусь? Интересно. Через 3 года ты будешь учиться. Тут вот ручки они моют перед едой. В этой раковине. Пошли, там я ж не буду снимать детей. Шагай, пока никого нет. Иди, иди, поднимайся. Шагай. Мы тут на горочке решили. Идет что? Суконные эти, как при коммунизме, скатерть. Соня! Хорошо, у нас школа, вот. Утренник, линейка идет, а мы бежим в садик. Вот здесь у нас садик, вон его забор. Нам нужно проверить прививку манту. С 9 до 10, и вот мы как хорошо, вот, как слышно отсюда, хорошо, прям рядышком. Сейчас пойдем проверим и вернемся опять на линейку. Да, Златусь? Да. Тебе понравилось там? Ой, через 3 года ты тоже туда пойдешь. Будешь учиться на пятерке, да? Вон в садике тишина у вас. Пойдем сюда. Иди. Нет, садик. Мы туда не пойдем. Мы сейчас линейку, ручку померяем и все. Со школы так шла. Я говорю, опусти руку, ты до садика не дошла. Все нормально. Злат, что Соне дали? Шоколадку. И ты несешь. Тяжело же. Пошлите, пошлите. Ну, пойдем. Торт. Кому такой торт? Мне. У кого 1 сентября-то? У меня. У Сони за 3 класс. Сейчас всем дадим такой большой. Всем хватит, да? Пришли во вторую школу в музыкале. Вставай, Соня, фоткай. Вон туда, вон, чтобы я вывеску вашу. Обычно вот. Сегодня второй день. У нас 1 сентября нас не сфоткали, поэтому мы сегодня в парадной форме. Всегда нас второго фоткают. Да. Ну ничего, будет с другой чуть-чуть прической. Ничего. Хрюндель. Кто у нас хрюндель? Ключи от квартиры не потеряй. Сегодня у нас 3 сентября, у Златы первое занятие танцев. У нее одни ноги только видно. Но, говорит, все понесу сама. И рюкзак, и коврик. Хотя не написал нам тренер, коврик нужен, что ли, сегодня? Злат, повернись ко мне лицом. Тебе не тяжело? Все нормально? Да, там мало вещей. Балетки и форма. Ну, что там? Ой, время, ночь. Звезды на небе. Мы идем с танцев, да, Злат? Да. Ты теперь по ночам? Да, теперь ты будешь уходить, а баба меня собирает на санках, а там будет. Да, саночек еще. Осень только наступила. Поворачивайте тут. Вы куда идете? А мы там ходим. Ну, пошлите здесь. А что, как долго? Как раньше? Да хоть так идти, хоть так. Дорога одинаковая. Нет машин. Ваши быстрые машины. Она сейчас повернет. Что-то еле едет машина-то. Злат все сама тащит. Большая выросла помощница, да, Злата? Вот я говорю, повернет. Стоматологи. Страшные, как в советские времена. Страшно?
Да прям у нас сейчас одну секунду и все, пластин. Я столько не помню, что пластин. Ну да. Как-то все стены облезли. Зато сиденья новые сделали, а так все как в Советском Союзе. Сегодня у меня последний, третий день отпуска из трех. Успели съездить и в стоматологию, ортодонту, и посылку получила. От родственников тут у нас обмен детской одеждой. У нас потому что дочки, у нее две, у меня две. У нее постарше еще какой-то пиджачок, походу. Я зря я штатив не поставила, без штатива. Штаны кожаные. Без штатива сложненько. Еще одни штаны. Так. Девчонки ждут. Ой, все кожаные. В общем, вся осень. Так, зря я на себя кладу. Тут что? Шортики. Пижамка. Это футболка от шортиков, я так понимаю. Ой, две. Это может и не от шортиков одна. Одна от шортиков. Угу. Вот это, наверное, от шортиков. Так, ладно. Потом будем мерить. Еще футболка. Ой, это какая-то кофтюня с котом. Со стразами. Штаны такие у нас уже есть. Это... О, вот бантики. Девчонки ждут. Бантики. Блузка. И футболка. Такие уже большие, это все для Сони, значит. Шорты еще одни коротенькие. Еще одни шорты. Самонг Ас, что ли, как он назывался? Шапчуля. Бежевенькая. Так. Здесь кофта. Да? Да. Кофта. И так, хоп, ширинка, эти, на физру велосипедки. Очень такое блестючее платье. Ой, о, смотрите, как бы достать-то, посмотреть, платье это или кофта. Я думаю, как туничек будет. Такая блестячая. Туничка, наверное. Так. Кофточка тоже с длинным рукавом. Одной рукой, конечно, неудобно. Ну, бантов, конечно, молодец, что я... О, это к платью похож. Точно, я Анечке видела, она в это в стиле 20-х годов костюм. Это вот с этим вот. О. Угу. Это колготки. Ай, цепляются. Бантик вылетел. В общем, колготки все достаю. И белые, и черные. Надо вытащить, иначе они зацепятся за банты. Ну, сколько колготок я еще купила. В общем, колготок много. Смотрите, сколько бантиков. А я что, не включила, что ли, это? Вспышка-то. Бантюли, сколько бантиков. Ой. Злата обрадуется. Вот эти вот большие для Златы. Это Сони. Больше. Ты тут, конечно, такая девчачья Златя. С перышками. Это вторая. В общем, они все парами, я так думаю. Вот это радужная с кем? С единорожкой. Ну, следовало ожидать. Сегодня надо будет опять распределять. Это что такое? Тут внизу лежит. Шорты тоже. Шорты. Тут прям цыган. Смотрите, с каким малышом. С девочкой. Ой, крыло сколько. Это еще какой-то единорожка. Вот у меня сестра любит заказывать у девочки. Она им делает. Но в таком количестве, что и они носят, и мы потом носим. Не сносим. Это попугайчиком. Ой, вот этот Златке понравится. Я фан-фан, что ли, называется. С бабочками. Вот опять с перышками. Ух ты, тут еще с какой-то подвеской, сердечки. Хорошо, что у нас у всех девчонок длинные волосы. Тут легенькие Златые подойдут. Вот прям Эрмитаж. Вот, хорошенькие. Какие я люблю, вот такие небольшие. Потому что уже начинаем шапки носить.
Вот какие благородные бархатные. Вот куча-куча бантиков. А что такое? А, это жабо к рубашкам. Такие эти галстучки. Снимаю, что снимаю. А, от шорт футболка. Вот, в общем, целое богатство. Пока вынимать из коробки еще что-то тут. Колготки. Пока не буду вынимать все, надо сразу в коробке распределять с этими заколками. Вот это вот забавно. Из чего она? Пластик, как полимерная глина. Ну, красивые. Все красивые на все случаи жизни. У нас сколько? Ой, смотрите, с балеринкой. У нас 1, 2, 3, 4 корзинки с бантиками. Придется 5-ю заводить, я чувствую, потому что у нас они все уже переполненные. Вот, в общем, такую красоту вообще сегодня получила. Соня прибежала. Это к рубашкам. Эти, как их? Ну, как жабо, да, на центр. Ой, какая. Вот я тоже посмотрела с куклой, да? Да. Я тоже обратила на нее внимание больше всего. Не будем коробку пока убирать, пока Злат не придет. Вот эти тяжелые, они на твои волосы, а которые поменьше, полегче. Тут вот есть бантики какие-то легкие. Вот, это Златки. Ну, это тоже Златки, точно. Что? Вот, видишь, легенькие, они Злате подойдут. А у меня вот всякие такие тяжеленькие. Вау, какие. Угу, вот эти тоже забавные. А, вот Златки и вот тоже Златки. Да, ну распределите потом. Да. Вот какой. Серьезный бантик. Бархатный. Вот такой. Вау. Опять сделала заказ в Магнит. Ой, а мне, наверное, эти не отрежут мои рукодельные. Взяла побольше ножницы. Магнит Косметик. Сделала заказ, потому что у меня опять скидка была выигранная. 31%, которая до 17 сентября. Это была одна из первых причин. Два мешка приехали. Заказывала, как всегда, все самое тяжелое. И вторая причина глобальная была, потому что в садик нам предоставили список, который должен принести каждый ребенок. Там, например, упаковка туалетной бумаги. Но это ладно, это у меня всегда в запасах есть. Потом, например, файлы 10 штук. У меня вот новеньких файлов дома нет. Вот я заказала тут как раз 10 штук в упаковке. Думаю, как раз со скидочкой возьму. Потом там мусорные мешки. Тоже в садик нужно. Я заказала несколько видов, потому что пока это скидка. Потом в садик нужны вот такие. Ой, сыворотка прилепилась. Ну, давайте покажу красотку. Сыворотку себе заказала. Ну, как я буду заказывать бытовую химию в садик, а косметику не закажу? Никак. Набор именно из микрофибры. Салфеточки просили. Тоже отнесем в садик. Для себя еще вот такую белый лен взяла, отбеливающую сыворотку. Ой, она еще морщины разгладывает, устраняет пигментацию веснушки. У меня веснушки есть. Я их никогда не удаляла. Это моя постоянная покупка. Такой набор, я помню, 279, что ли, мне вышел. Вот. Решила попробовать для кухни салфетки. Это я себе взяла. Ой, что тут? Антисептики всегда беру. У меня последний остался. И я решила, что раз уж буду в Магнит Косметик, мне нужен праймер для век. Сначала я поискала, мне выдавал только для лица. И у меня для век, в принципе, он еще есть, но у него кончается срок годности. Заказывала на ВБ, и он уже пришел как бы со стекающим. Единственный, да что такое, экземпляр, который был в Магнит Косметик, это вот такой арт-визаж. Ну, попробую. Не помню, 200 с чем-то рублей, наверное. Ой, тут прям вот я залезла в косметоз. Organic Shop тоник для лица взяла, освежающий. Всегда прихватываю тоники, гель для умывания. А, вот смотрите, какой карандаш серенький. Golden Rose. Вообще косметика моего детства.
Прям реально детство. Я с 7 лет занималась бальными танцами. Там макияж был. Это сейчас не разрешается деткам. А тогда раньше, наоборот, приветствовался. Отвлекли меня звонком. Частинчик взяла за 30 рублей. Лимонный всплеск. Люблю, чтобы у меня в доме было такое средство. Вот одно, но должно быть. Потом разбирала канцелярию, опять же, в садик, потому что целый список, там 15 или 17 пунктов. И там нет фломастеров в списке. Но я посмотрела, что у меня у девчонок, в общем, все в ходу, и они подсыхают, а новых нет. А я люблю, чтобы у меня лежала упаковочка новых. Мало ли. Не очень мне нравится уникум для ванн, но взяла, думаю, по скидке. А вот в садик еще точилку взяла. Смотрите, какая она интересная. Ой, что я показываю. Вот, с таким мне прислали зверенышем. Мыло кусковое, да, кстати, я вот приготовила жидкое от Faberlic. Кусковое тоже приготовила другое, но оно не детское. И я решила заказать детское с экстрактом череды. Пусть моют ручки. Еще вот какие-то антибактериальные пакеты для мусора. Просто ради интереса взяла. Ну как я в садик закажу, а себе не возьму мыло, лаванда и жасмин, биомио. А, вот карандаш-то я про него что ли стала? Да, рассказывать мне отвлек, братишка позвонил. В общем, стоил 100 рублей минус 31%. В общем, за 70 рублей, да, 69 рублей отдала за него. Он такой серенький должен быть. Буду пробовать. Если мне понравится, то почему бы даже за полную стоимость не брать за 100 рублей? Потому что в Avon сейчас вот за 210 я заказала много-много. Но воспоминания о детстве, это, конечно, пакетов у меня не только для садика, еще для школы хватит. Так, вот эти салфетки обошлись мне. Вот эти вот я запомнила. 68 рублей бумажные полотенца. Они всегда нужны. Стали у меня заканчиваться запасы средств для пола. Обычно у меня мистер Пропер. Решил попробовать синергетик. Что еще взяла? Сиф тоже обошелся мне в 100 рублей. Ванны я люблю им чистить. Он подходит для акриловых ванн. Беру. И это что? Я уже не помню. А, для мытья посуды. Без фосфатов, 500 миллилитров, тоже чуть рублей, может, за 70 получился. Этот пакет даже распаковывать не буду, тут гигиенические средства и туалетная бумага, потому что, сами понимаете, в садик надо туалетную бумагу отнести. Зеву, как всегда, беру. И не могу не заказать со скидкой. Там вот Либрес мне обошелся в 60 с чем-то рублей, Котекс в 70 рублей. Причем ночные, они обычно дороже. В общем, всегда по случаю заказываю. В общем, такой заказ. За все я отдала 2200. Ладно, посмотри на меня. Ты на танцы, что ли, идешь? Да. Хочешь? Да. Слава. Да она сама закроется. Пошли. А Матвей хотел со мной покупать? Матвей в деревню уезжает. У него у мамы отпуск. А у нас будет в октябре, в следующем месяце будет отпуск. Снегу валяться. Зимой будем валяться на снегу, да. И ты? И я. И снеговиков будем лепить. Да. Девчонки, мне на больничном. Я встала передохнуть, несу макулатуру в школу. Мне еще вот в эту гору подняться и там чуть-чуть обойти школу. В гараже принимают. У меня еще дома 2,5 коробки, но второй раз не пойду. Особенно вот это тяжелое, там еще каталоги. Они тяжеленькие. А вы сдаете макулатуру в школу? Ну, те остались 2 коробки, 1,5. В садик отнесу, в садик. Вот. Скоро тоже будут просить. Все, возвращаюсь, сдала макулатуру. О, руки трясутся даже. Вроде мне казалось легко, получилось 8 килограмм. В больших по 3,5, и в которой без пакета килограмм. А мне казалось, она вообще не весом. Ну вот, надеюсь, Сонин класс будет в этом, в числе лидеров по сдаче. У них все это в соревновательном ключе проходит. Вот я всю школу обходила, еще вон туда в калитку.
идти. Моющих окон. И думала, что между балконом и Соней, чтобы не упали мои рукодельные дела, страхуй. Все, вымыл. Сейчас его запущу на эту сторону. Он вымыл мне вот эту балконную с двух сторон и вот эту вот с той стороны. Сейчас думала, между окон у меня чистое. Ну, окно между балконом и комнатой. Полгода назад мыла, но нет. Выглядит он вот так. Это не реклама. Это у меня подруга, спасибо Наталье, изучила рынок. Они были около 10 тысяч. Единственное, шумит как пылесос, да? Ну ладно. А по скидке меньше 5 тысяч я за него отдала. Мне пока все нравится, пусть работает мальчишка. Завтра с утра будем балконные мыть. Девочка. Ты думаешь, это девочка? Ага. А я думаю, это мальчик. Надо его назвать как-нибудь. Как его назовем? Девочка. Ну а имя какое дадим? Имя я дадим. Дадим. Девочка. Вот думайте, придумайте. Девочка, зайчик. Зайчик. Ну пусть это будет наш зайчик оконный, да? Второй день тестирования. Вот такие окна он делает из вот таких. Вот прям сейчас видно, какая грязища. Вот. И вот такое вот. Мне нравится. Ползает потихонечку, но гудит. Что? У меня второй заход с макулатурой. Стал передохнуть. Мне вон туда еще за угол надо. В прошлый раз 8 килограмм, в этот раз не знаю. Что-то я фамилиями вверх. Коробки засунула. Ну ладно, так взвешивать удобнее, поэтому в пакетах. На этот раз 6 килограмм. Итого 8 плюс 6, 14 килограмм Софи сдала макулатуры. А мама на руке след от пакета. Так, еще в магазин. Сегодня у нас спокойный день, никуда. Так, постирать. Немножко поубираться у девчонок стало и хочу разобрать. У меня остался еще один балкон помыть окна. Но надо тряпочки постирать, чтобы они высохли. Не успеваю. Там 6 комплектов. И вот вчера на лоджию 5 комплектов ушло. Ну, потому что, во-первых, со стороны дороги грязные окна. Одно самое грязное дважды проходило. Ну, и тряпочки почаще менял, чтобы разводов не было. Эти школьники на велосипедах приезжают. Мой сосед. Я его по велику узнаю. Школа наша. Ой, ничего не меняется. Я училась с братом. Теперь дети мои. Раньше здесь на первом этаже была художественная школа. Я туда ходила. О, Соньки на 3В. На линейке тут стоял. Когда мы учились, было так много народу, детей, что у нас в параллель было 11 классов. Первых и так до 9-го 11 классов было, в 10-й уже меньше пошли. Вот рядом вот угол школы, а это фок, где мне девчонки танцем занимаются. Все у нас рядышком. Вот. И все линейки проходили в 2 захода. И мы так не помещались на площадке этой школьной. Вот при школьной площадке вот этой. А сейчас очень мало. У Сони вот 3 класса всего. Ну, 3 первых было, соответственно, до 3-го 3 дошли. О! Вовремя. Ой, а там и сверху кто-то. И сверху бычок. Я его не заметила. А вот снизу заметила. Борис его зовут. Бориса не трогать, он кусается. Ой, а хорошо не бодается. Слушай, мне так наверху удобно сидеть, ждать. Кроме меня никого нету. Наверное, больше метра, если я упаду. Ну, тоже в телефоне. Fresh every day. Да, приехали. На филармонию. Не на филармонию, а филармонию на открытие сезона. Мама. Пойдемте. Пойдем там погуляем? Да. Пошлите. Третий ряд с 41 по 43 места. Все.
На улице нехорошо, тепло. Тут уж все, на стоянке мест нет. Хорошо, туда... А там есть каратишка? Есть, после. Только после концерта. Да. А вон какая гитара, смотрите. В окошке. А эти машины вышли. А там... Бери все. Ну, это Влад подает. Иди, давай, заходи. А теперь раздали и билетики тоже. Залипала. Мы сегодня высоко сидим, да, Влад? Далеко глядим. Да. Сегодня вон, люстра наша красивая. А в том году мы вон там в портере сидим. Там еще есть выше ряд еще. Четвертый, а там уж высоко больно. Тебе понравился концерт? Нет. Да или нет? Скучный. Все, берем шоколад. Немножко. Заказали по поводу именин моих Сониных роллы. И представляете, в одной порции не положили имбирь. В одной очень много? Ну, прям не очень много, нормально. А вот в моей тоже мало. Ну, шаурму мы так уж взяли. Вот.